Федеральные говно-СМИ продолжают выпускать свои высеры по поводу мирных собраний людей 27 июля и 3 августа. Этих кадров не было в сети. Нож из рюкзака митингующего, затем газовый баллончик. На продажных YouTube-каналах выходят высеры, которые, я думаю, покажут и по федеральным говно-СМИ. Как, например, этот. Молодой человек, добрый день. Добрый Сколько день. Вам лет? 28. 28. Вы живете в Москве? Да. Скажите, вот эти предметы, это ваши? Почему у этого веселого персонажа не спросили имя, фамилия? Ведь это первое, что спрашивают в таких ситуациях, если я не ошибаюсь. Немножко текст по-дебильному написан. Что это? Расскажите. Рассказываю, значит, роботический пистолет ОСА на связь светошумовых патронов, а также травматический пистолет Амфолио ТГ-1. Перцовый баллончик шпага. Скажите, вы на законных основаниях владеете этим оружием? Да, так точно. Оружие у меня зарегистрировано. Так точно, товарищ капитан. Не трогайте его. Там осталось чуть-чуть ему сказать два раза, и все. Надо над текстом-то работать получше, ребятушки. А кто этот человек с пистолетами? Имел ли он вообще какое-то отношение к митингам? Его фамилию до сих пор так никто и не назвал. Зато счастливое лицо показали по всем федеральным каналам. Как только поднялась информация, то, что у кого-то был нож, тут же приезжают ребята с камерой, начинают сразу все подряд снимать. Их пускают, потому что у них удостоверение тоже, СМИ-значок, их пускают внутрь в отделение, и они начинают нас снимать. Они, не представившись, ничего просто. Кидают тебе микрофон на стол и начинают тебя снимать. Начинают задавать провокационные вопросы, откуда нож, чей нож. То есть, получается, я вообще этого человека не знаю, у которого был нож по факту. Такие ребята вообще не должны работать. Я их тоже снимал на видео. У меня есть видео, я снимал, я видел, что это за ребята, я видел их лица. Я им рассказал свою историю, как вообще меня задержали, они ничего в эфир не попало. Там даже видно, как я улыбаюсь, сижу, потому что я объясняю то, что мы не знакомы. Я им объясняю, вот мы не знакомы, и они вот с этого момента начали меня снимать, когда я закончил свою речь. Мне нужно попасть, я из главного. Это у главного.